Ну и следующий наш участник, который до самой последней минуты не знал, приедет он в Москву или нет, из города Смоленского. Автор-исполнитель, замечательный музыкант, хороший человек, отличный парень. Алексей Журавлев, под ваши аплодисменты. Добрый вечер. Поздравляю всех вас с этим замечательным праздником. Не знаю, что сказать, уже много было сказано, много выступало людей, достойных. Но хочется сказать только одно. Василия Денисова уже нет, но его творчество, его песни живут. Вот, наверное, так. Год войны, кишлаки разорены, счет двухсотый перешел на тысячи. Армии сороковой, каждый день навязан бой, и душманы умереть хотят неистово. Им джихад давно велит, а бесчестить шурави, отпустить неверных на покой. Только мы, терпя всю боль, за страну летим в огонь, чтобы мир сиял над нашей головой. Там на линии огня ангел мой хранил меня. Посмотреть хотел он, как мы выстоим. Свят Георгий нас спаси и на небо унеси. А Господь пускай щита нам выставит. Свят Георгий нас спаси и на небо унеси, а Господь пускай щитом выставит. 1-9-8-9 февраля 15-го числа я давно не верю, посчитал напрасный миг. На броне запекшись кровь, отливает холодом. Только к родине любовь жить дает нам поводы. Руки греет автомат, ветер дует силу нам. Позади жила лопа, впереди Туркмения. Длинный мост пересекли, громов батя впереди. Здравствуй, край Махтумкули, мы домой приехали. Там на линии огня ангел мой хранил меня. Посмотреть хотел он, как мы выстоим. Свят Георгий нас спаси и на небо унеси, а Господь пускай щита нам выставит. Свят Георгий нас спаси и на небо унеси, а Господь пускай щита нам выставит. За войну щита пускай нам выставит. За войну щита пускай нам выставит.